В этот день 24 мая по новому стилю отмечается День славянской письменности. Он приурочен ко дню святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 24 мая 1855 года в Санкт-Петербурге был поставлен памятник баснописцу Крылову. Это была последняя работа скульптора Клотта, и так как говорят всех животных с этого постамента он лепил с натуры, в мастерской Клотт поселил даже медведя и козла. 24 мая родились Алексей Саврасов, художник-передвижник, автор картины «Грачи прилетели», Иосиф Бродский, поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе, Михаил Шолохов, писатель, автор романа «Тихий Дон», также лауреат Нобелевской премии по литературе. Шолохов не был скрытым человеком, но его личная жизнь не была выставлена на показ, и отчасти из-за этого истинная биография писателя полна тайн, а его личность окутана мифами и обвинениями. Его прямоту считали скрытой расчетливостью, великодушие Шолохова называли показным, благотворительность считали широкими жестами. За его спиной шептались о плагиате, его творчество называли фальшивкой. Шолохов никогда не скрывал, что не получил образование и окончил всего лишь 4 класса, по сути, едва научившись счету и письму. Отчасти поэтому писателя регулярно обвиняли в плагиате и даже приписывали ему воровство рукописи. И действительно, с трудом верилось, что 23-летний, не имеющий богатого жизненного опыта человек, к тому же необразованный, мог создать такие мощные, пронзительные и правдивые произведения, полные мудрости и поразительной силы воздействия на читателя. Долгие промежутки между изданием его произведений и отсутствием черновиков словно подтверждали слухи и убеждали многих сомневающихся. А между тем имя Шолохова гремело на весь мир. Он стал прижизненным классиком. Это был редчайший случай в советской литературе, когда роман мгновенно всколыхнул Европу. Где-то вроде Италии или нацистской Германии «Тихий Дон» Шолохова попал под запрещение. А есть упоминание о том, как белые мигранты рвались на родину, потому что прочитали роман. Писатель свои почетные премии, в отличие от многих, отдавал, не задумываясь, Нобелевскую, Ленинскую на возведение новых школ, а Сталинскую на нужды Красной Армии. И все же были в жизни писателя такие эпизоды, которых он старался не рассказывать, например, как участвовал в продразверстке. И лишь однажды поделился с дочерью Светланы, как в 20-е годы оказался в ставке батьки Махно. Отряд заблудился, Шолохов увидел хату со светящимися окнами. Подошли они, требовательно постучали в дверь, а открыл им сам атаман. Отряд был взят в плен и ждал расстрела. На разговор с батькой попросился Шолохов, и в итоге Махно отпустил их невредимыми. Уж как убеждал Шолохов своенравного батьку, он не рассказал. А в СССР его завистью называли любимцем Сталина. Вождь действительно относился к писателю очень хорошо. Шолохов был один из немногих людей, кто говорил Сталину правду в глаза и не боялся рассказывать ему об ужасающих условиях жизни в селах, о голоде, о несправедливости, творящейся на местах в отношении простого человека. Шолохов всегда действовал по велению сердца и сообразно своим убеждениям. Он горячо просил Сталина за Анну Ахматову. И вождь смягчился, вскоре после 15-летнего полного молчания поэтесса издаст новую книгу. Писатель спасет и сына Ахматовой Льва Гумилева. А из страшного ГУЛАГа была освобождена первая исполнительница роли Аксиньи, Эмма Цесарская. Но в то же время Шолохов отказал всем просителям и выступил с обличительной речью против Даниэля и Синявского, искренне считая их оборотнями, посмевшими публиковать свои антисоветские произведения за рубежом. Писатель не писал по заказу и даже не исполнил пожелания Сталина, которое было равносильно приказу. Вождь хотел, чтобы Шолохов написал роман, в котором правдиво и ярко, как в «Тихом Доне», были изображены великие полководцы. Но Шолохов так и не включил Сталина в число героев своих романов. И после окончания Отечественной войны он отказался от занимаемой должности генерального секретаря Союза писателей. И вот советский классик вновь вернулся в станицу Вешенскую, туда, где жил в юности и где развернулся сюжет его главного романа. В конце 60-х годов он полностью прекращает писательскую деятельность, а в 84-м году писатель тяжело заболел и вскоре скончался. Вот одно из его последних крылатых высказываний: «Если нет смысла в смерти, значит не было его и в жизни».